Мы проводим проверку по сообщению об утечке отходов гидроразрыва «Великие озера». Мы пытаемся получить достоверную информацию от охраны окружающей среды и местных органов власти. Но нам лишь точно известен быстро пополняющийся список пляжей и водоемов, которые закрываются. Рыбалка запрещена и наблюдается рост заболеваний вблизи этих водостоков. Некоторые представители медицинского сообщества считают, что утечка отходов гидроразрыва вызвала бактериальную вспышку. И теперь это привело к возникновению заболеваний. Вы не поверите, но нам удалось связаться с представителем предприятия Bigley Oil and Gas, с главным виновником этой утечки, и уговорить его ответить на пару вопросов по телефону. Подключите его. Мистер Вулмант, вы на связи? Да, да, но ненадолго, раз заставляете меня так долго ждать. Спасибо вам за ожидание. Давайте приступим. Можете рассказать, почему вы используете гидроразрыв пласта? Все просто. Гидроразрыв снабжает нас двумя вещами – работой и нефтью. Кучей нефти. Хоть я и не экономист, но я точно знаю одно – этого не бывает слишком много. Работа и нефть. Мистер Волмант, ответьте честно. Если окажется, что эти болезни связаны с гидроразрывом, и все больше людей будут заболевать и даже умирать, вы также будете за него выступать? Знаете, однажды одна мудрая женщина сказала мне, сказала то, что определило мою жизнь. Главное, продолжай. А если ваша жена заболеет или ваши дети? Вы и дальше будете продолжать? Послушайте, дамочка, я буду продолжать до упора. Я буду продолжать, даже когда ад замерзнет и мертвецы выйдут на землю. Вам понятно это? Слушайте, я не понимаю, почему вы, либералы, так ненавидите нефть. Почему так ненавидите работу? До 6500 рублей в 1xbet при регистрации по промокоду Sherlock.
оттепель мертвецов. Следующее сообщение передается по просьбе ЦКЗ и Управления национальной безопасности. Это экстренная трансляция, это не проверка. Правоохранительные органы предупреждают о жестоком нападении со стороны граждан, зараженных смертельной бактерией. Инфицированные крайне опасны, и их следует избегать любой ценой. Власти советуют всем гражданам искать убежище в безопасных местах и запирать все двери и окна. Если человека укусит инфицированный, немедленно его изолируйте. Нет! Сильвия! Нам нужно уходить. Бежим. Залезайте, быстрее. Быстрее, быстрее. Поехали, поехали. Где Деван? Где Деван? Мэри. Просто езжай, езжай! Пэл, без него не поеду. Да что с тобой? Езжай, пожалуйста! Пожалуйста! Боже, ждите здесь! Он мертв! Что? Он мертв! Пэл, он... Какая чушь! Ждите здесь! Нет! Не надо! Нет, нет, нет! Запри дверь! Езжай, езжай, езжай! Езжай, езжай! Куда мы едем? Нам разве не нужно искать какой-нибудь бункер или что-нибудь такое? Полицейский участок. Место, где все собираются. Утром по новостям сказали собраться в школе. Они организуют убежище. Сказали, что там безопасно, и там будут врачи. Также они сказали сидеть дома, и все будет в порядке. Но как-то не вышло.
И где мы? Где? Мы в каком-то захолустье. Слушай сюда, парень. Немедленно разворачивайся и езжай ко мне домой, как я и просил. Круглосуточная охрана. Вооруженные охранники. Закрытая территория. Там даже есть спа на крыше. Можешь наслаждаться массажем с горячими камнями в любое время, когда угодно. Ты такой массаж пробовал? Ощущения невероятные. Будешь лежать с кружочками огурца на глазах. Ты будешь впечатлен этим местом, обещаю. И будешь впечатлен, сколько денег я туда вложил. Конечно, будешь. Уэйн. А очередь была большой. Но я смог потянуть за ниточки, сделал пару звонков. Это место прекрасно. Есть частная пляжная собственность. Завали уже свое хлебало. Уэйн, прошу. Мы уезжаем из города. Чем меньше людей, тем меньше проблем. Судя по всему. Я знаю одно место. Просто отлично. Зашибись. Да вы, блин, издеваетесь, что ли? Да вы издеваетесь? Серьезно? Мы, блин, проехали уже 3 заправки. И здесь все равно нет сигнала. И что дальше, гений? Пошли отсюда. И куда вы собрались? Здесь же дом стоит. И там есть люди. Эй! Эй! Заткнись нахрен. Куда? Вы куда все собрались? Куда вы? Мы же здесь, блин, окоченеем. Да ладно вам. У тебя вообще ребенок. И что делать будете? Спать в лесу? Ну да, здорово. Да, круто. Вы ведь до смерти замерзнете. Да вы что, совсем тупые? Вернешься обратно, тебе не жить. Тебе решать. Турбины снова работают. Ты был прав. Электричество? Да, оно есть. Пришлось кое-что переделать. Уэйн, что происходит? Я не знаю. Но дела плохи.
Где Джун? Она в доме с остальными. Я положу лом сюда. Подожди меня. Кажется, я что-то видел. Не уходи, я почти закончил. О, черт. Какого хрена? Я же сказал ждать. Обчистил комнату? Ты только глянь, смотри. Что это? Хлопья. Эй, отвали от меня! Помоги! Помоги! Отвали от меня! Уйди от меня! Помогите! Не самая лучшая идея. Не говори, что я просто смотрел. Я не знаю, почему он был таким неосторожным. Это не важно. Он из-за нас не хотел никуда идти. Я пойду. Я сделаю. Ты не сможешь, это недопустимо. Если потеряем тебя, наши шансы резко снизятся. Откуда знать? Я знаю это, как и ты. Да ладно. И что еще будем делать? Сидеть сложа руки и смотреть, как все голодают, пока не сдохнут? Нет, нам нужно обсудить все варианты, чтобы ускорить процесс. Ускорить процесс? В смысле? Лотерея. Это безумие. Нет, нет, не тебе решать. Никто не согласится. Возможно, ты удивишься. Дерьмо собачье. Это продлит жизнь группе. Многие из нас пойдут на многое, чтобы спасти остальных. Этих мертвых тварей не волнует жизнь. Они уже больше не люди. Если сделаешь это, то мы станем совсем как они, понимаешь? И через сколько? Неделю? Две? Нет, ни за что. Я не согласен.
Он должен выбрать. Он знает. Заставьте его. Пусть выбирает. Дэн. Все хорошо, милая. С тобой ничего не будет. Все будет хорошо. Ух ты, здесь и правда пусто. Тебе сюда нельзя. Я решила, что тебе стоит сказать. Он взял лом. Думаю, он ушел. Может, нам стоит переиграть? У нее ведь ребенок. Уже решено. Я знаю, но это должны были быть мы. Все должны рисковать. Каждый из нас. И не важно, что у нее есть ребенок. Все решено. Уходи. Я закрою дверь. Снаружи их еще больше. Уже вторую, даже третью неделю становится теплее. Те, кто был заперт во льду, снова уже бродят по этим улицам. Все по твоим планам? Всеобщее голосование. Если это так назвать. Я почти смирился с естественной смертью остальных. Но это... Это другое. Совсем другое. Мы пытались по-другому. Ты же знаешь, мы потеряли больше людей на вылазках, чем... Когда находились в безопасности. Безопасности? Думаешь, маленькая девочка? И кто-нибудь здесь чувствует себя в безопасности? После этого. Это все неправильно. Вы знаете. Мать и дочь надо защищать. Я знаю, поэтому я не буду тебя останавливать. У побережья есть город. Может, он заброшен.
Просто держись реки. Мне не нужны твои советы. Мне ничего от тебя не нужно. Дай слово, поклянись своей жизнью. Поклянись. Ты будешь следовать правилам. Поклянись, что не убежишь. У нее время до рассвета, ни секундой больше. Ты вернешься. Для меня самое важное, чтобы ты выжила. Ты нам всем нужна. Все изменится. Обязательно. Ты должна выжить. Сильвия должна выжить. Мы всеми силами обеспечим одному из нас будущее. Thank you.
прошу. Эй, помоги! Эй, беги к мосту! Они тебя окружили, скорее! Подожди! Подожди! Помоги! Прыгай быстрее! Это единственный путь! Подожди! Подожди, помоги! Чего медлишь? Прыгай! Господи, помоги! Бесплатное пропитание. Сколько еды ему нужно добыть? Милая, что, прости? Сколько он должен привезти еды, чтобы тебя не забрали? Я не знаю, детка. Уэйн сделает все, что сможет. Но ты же знаешь, как тяжело хоть что-нибудь достать. Например, 20 банок. 20 банок было бы более чем достаточно. Но есть вероятность, что он ничего не найдет. Он что-нибудь найдет. Но он может не успеть. Он всегда возвращается. Знаю. Но у него есть всего пара дней. Нам нужно готовиться к тому, что, возможно, он не вернется. И понимать, что это значит. Я знаю, что это значит. Ты умрешь, Уэйн умрет, а я останусь одна. Да. И тебе нужно быть сильной. Вряд ли я здесь останусь. Thank you.
Как он там? Его не спасти. Не говори так. Уэйн всегда с чем-то возвращается. Может, он привезет таблетки, пенициллин? Он не вернется. Конечно, вернется. С чего это? Подумайте. Ему без нас лучше. Мы обуза. Тянем его вниз. На его месте я бы отправился на Милосские острова, пока озера еще замерзшие. Нам повезло, что это не ты. Он бы ни за что не бросил Мэри с Сильвией. Они дружили до произошедшего. Он работал с ее мужем. Да, но что это меняет? Подожди. Подожди секунду. Подожди. Просто подумайте. Подумать о чем? Ему все равно конец. Ты это знаешь, я это знаю, мы все это знаем и понимаем. Но это глупо, это просто... глупо. Мы кормим мертвеца, когда остальные голодают. Уйди с дороги. Не-не-не-не-не. Одну секунду. Погоди. Если он умрет, тогда... Он прав. Это было бы милосердием. Милосердие? Именно. Именно так. Да, милосердие. То есть для Мэри? Да. Да, для Мэри. Для всех нас. Они оставили тебя здесь замерзнуть, или еще хуже. Они вернутся. А к этому времени ты либо станешь замерзшим мясом, либо они поиздеваются над тобой. Помогите. Вопреки моему здравому смыслу. Что у тебя там? Эй, Джей. Элистер Дженсен. Парень ошибался даже еще тогда. Ходить можешь? Да. Хорошо.
Спасибо. Спасибо за одежду. Случай ужасный. Здравый смысл может быть выбором между чем-то плохим и еще худшим. Траверс-Сити слишком опасно. Опасно. Опаснее твоих друзей на плотине? Судя по всему, если ты не вернешься туда с чем-то стоящим в ближайшее время, та бедная женщина в городе ничего нет. Все дома были разграблены 3 или даже 4 раза. В этом кошмаре нет плохого выбора, никто не побеждает. Уж точно не я, старый рыбак. Не волнуйся. Я борюсь с этим уже несколько дней. Но больше не могу сопротивляться. Мне жаль. Жаль? Господу тоже жаль. Ангелам жаль, да всему миру жаль, но... Такова жизнь. Я знаю, что... Мы с тобой заключим соглашение. Я помогу тебе погрузить в каноэ все мои запасы. Это спасет твоих друзей. Хотя бы на какое-то время. А ты в ответ положишь конец для меня. Сожги мое тело на пляже. Хорошо. Okay. Одна жизнь. Одна любовь. Одна цель. Одна цель. Один путь. Один путь. Одна сила.
Справедливо. Много времени не займет. О, Господи. Как здесь было красиво. Взял огонь. Бери, что захочешь, но главное, сожги меня. Всего. Дотла. Ничего не оставляй. Все должно быть именно так. Хватит ходить вокруг да около. Держи. Возьми. Твой приход сюда был благословением. Thank you.
Пора. Нет, рассвета еще не было. Нет. Ты сказал до рассвета, у него еще есть время. Прости, но они уже начали. До 6500 рублей в 1xbet при регистрации по промокоду Шерлок. Ugh.
Ешь. Это твоя доля. Ты должна есть, чтобы выжить. Нам всем нужно. Особенно сейчас. Вернулся. Слава Богу. Это было ужасно. Они не стали ждать. Он еще дышал. Нам нужно уходить.